Спекс Ньюс. Депутат Рижской думы, руководитель общественной организации «Парата Спекс» Игорь Кузьмук. Добрый день. Здравствуйте. Я знаю, что очередные курсы уже сколько лет подряд, бесплатный курс латышского языка, который организует ваша общественная структура «Парата Спекс». Сейчас вот очередные курсы начались. Может быть, с этого и начнем. Я так понимаю, что еще есть возможность у наших радиослушателей, которые хотят улучшить свое вот владение, знание латышского языка, могут записаться и бесплатно обучаться, да? Да, то есть мы занимаемся этим уже 18 лет, наша общественная организация «Парата Спекс». Сейчас только-только набрали еще одну курсы, группу, да? Курсы набрали, да. И в одной из группочек еще есть несколько мест. Я, так сказать, своей власти могу по-свойски пристроить меня. Да. Вот. Значит, занимаемся мы уровень преподавания. Мы работаем на уровень натурализации и уровень Б, средний уровень. Ну, то, что в том числе и достаточно, да, чтобы сдать экзамены гражданства. Нам, как общественная организация, мы заинтересованы в том, чтобы в первую очередь люди получали гражданство. Вот. И если имеете желание, пожалуйста, скажем, я могу взять несколько еще людей, сообщу свой телефон. Если кому понадобится, звоните, поговорим. То есть еще можно включиться, только-только начали. Значит, мой телефон 296652 93. 296652 93. Вот понятно, что одна из задач вашей общественной организации — это, ну, вот такое слово «интеграция», которое уже настолько там размыто, замучено, да, и замучено, да, что уже многие не понимают, где тут интеграция, а где и ассимиляция. Да, вот, не хочется об этом, это вот слово употреблять, но мы видим, если верить заявлениям ТБВС Латвии, что правящая коалиция дала зеленый свет вот тотальному переходу только на латышский язык обучения, и это уже действительно не воспринимается как шаг в сторону интеграции, а как шаг в сторону ассимиляции. Вот вы не боитесь, что и в результате вот такого противостояния за интерес вот этим курсом пропадет? И вообще, о какой интеграции тут можно говорить при отсутствии вот такого взаимопонимания нормального? Да. То, что происходит, конечно, удручает и довольно сильно удручает. Во-первых, конечно, ну, у нас в обществе с понятием интеграции полная каша. То есть все говорят, многие говорят об интегрированном обществе, но каждый подразумевает под этим какие-то свои определения. Да? То есть вообще, честно говоря, то, что происходит в Латвии, больше похоже, конечно, на ассимиляцию, чем на интеграцию. В Латвии происходит такая, как бы, продвигается методика мелких шажочков. То есть вот сегодня, скажем, я подошел ближе к вам, да, вот на 5 сантиметров, да, вы постояли, вам неудобно, вы отошли. То есть я еще подошел на 5 сантиметров, да, то есть вы опять постояли, отошли. И вот таким вот образом, да, вот говоря об интеграции, в принципе, подменяя понятие, происходит ассимиляция. То есть, когда политики совершенно открыто, и президент, в том числе новый, говорит, что, скажем, мы будем интегрироваться на каких-то, ну, скажем, одних, как сказать, не на общих понятиях, а на базе латышского языка, да, будем интегрироваться. Ну, как-то я не очень понимаю, как это. Это не совсем интеграция. То есть, нет, одно дело знать язык всем, само собой разумеется, это несомненно. Но если мы исключаем все другие языки, да, то есть все те характерные языки, которые есть в Латвии, то это, наверное, не очень правильно, это совсем даже неправильно. Сегодня ведь этнический состав страны, ну, практически на 60-65%, скажем, этнических латышей больше, все остальные, в принципе, это другие нации, больше которые говорят на русском. И это объективная реальность, с этим никуда не деться. Если мы хотим заставить насильно, ну, перейти, забыть язык матери, да, ну, во-первых, это, ну, совсем нереальная задача. То есть она просто из области фантастики, не может такого быть. То есть если задача в том, чтобы исключить другие языки, ну, тогда надо просто делать так, чтобы дети вообще не рождались в русских семьях. Или вообще семей русских не было. Но это как сделать можно сегодня в Латвии? Но это утопическая идея, этого быть не может. Но тем не менее, почему-то эта идея продвигается, она раскалывает. Ну, я так понимаю, что здесь идет обработка со всех сторон, в том числе с точки зрения, ну, как бы корректировки, я так дипломатически скажу, корректировки истории.
Да, вот мы видим все последние заявления. Да. Это планомерная ведь, работа. Это звенья одной цепи, ведь, да? Да, это планомерная работа, что называется, мелких шажочков. То есть, вот немножечко шаг вперед, постою и дальше пойду вперед. Конечно, то есть, переписывается история. Ну, действительно, то, что сейчас в последнее время происходило, со всеми этими заявлениями, которые уже ну, многие комментировали, там, господина Пабрикса и так далее, да, о том, что да, и Ригу вообще сдали немцы без боя, буквально да, и подарили. И ВАФНСС – это наши герои, да. Ну, то есть, иногда хочется, вот, понять, как политики, зачастую, они ведь люди довольно умные, да. То есть, я же уверен, что то, что делает господин Пабрикс, он четко рассчитывает, что он делает. Он, это не он, был экспромт, он уверен в этом. То есть он просто, хоть, наверное, желает понять границу тогда, когда его начнут отдергивать, скажем, из-за рубежа, скорее всего. Ну, скажем, из Америки, больше ниоткуда. Да? То есть пока не отдергивают и, наверное, не будут отдергивать. И вот он, что называется, вот в этом заходится, вот в этом, что называется, ну, как сказать, даже не хочется оскорблять, но как-то вот в этих изощрениях он пытается найти, ну, такое, ну, что просто... Ну, вообще из ряда вон выходит, да, но он все продолжает и продолжает, он не останавливается. Где этот предел, где этот предел падения, да, то есть этих нравов, да, ну, мне сейчас трудно сказать, но, наверное, он упорно пытается его искать. Находится другой политик какого-нибудь такого же плана, который, не знаю, навязывает ему конкуренцию в этом деле. Они начинают друг с другом. Кто больше, не знаю, сделать гадости русским, например, да, или русскоязычным населением. И вот как-то вот, это вот, вот этот вот тренд, он все как-то так, ну, крепчает, да, то есть. И получается, на самом деле, довольно странно. Это расчет политиков, и они смотрят, насколько этот тренд в обществе есть, а насколько после этого, скажем, я выиграю выборы или не выиграю выборы. Скажем, господин Ринкевич, да, я насколько помню, у него был слоган в выборную кампанию «Назло Кремлю что-то такое». «Мы будем успешными». Да. То есть, и этот человек сегодня в правящей коалиции. Более того, уже в очередной раз он подтвердил свой мандат министра иностранных дел Латвии. И отчасти и благодаря этому лозунгу. Это значит то, что есть люди, которые за него голосуют. И их, получается, не два человека совсем. Хотя, честно говоря, Венте показал совсем слабый результат, да, то есть вот на выборах. Но тем не менее, понимаете, тем не менее, этот человек опять, скажем, делает все, чтобы от его имени весь мир понимал, какая Латвия. Мне, например, это не очень нравится. Я не хотел бы, чтобы благодаря, скажем, такому человеку о Латвии говорили, ну, и обо мне в том числе, что вот у нас вот так, так и так. Мне это не нравится. Совсем не нравится. 612-939, телефон прямого эфира. Есть возможность нам позвонить и задать вопросы нашему гостю и с помощью WhatsApp. Вот мы говорим об этом переписывании истории, даже по поводу «Назло Кремлю», ну, то есть мы видим, что уже и геополитика тут примешивается. Но ведь, видимо, действительно сейчас это модно, вот эта антироссийская риторика, она модна, она по всему Европейскому Союзу, и латвийские политики просто в тренде. Не в смысле, что они что-то выдумали, да, вот какое-то новое направление, они просто вот модные такие. Ну, конечно, в очередной раз, где общественная организация, а где геополитика, да? То есть я бы хотел просто, на самом деле, понять, почему это для нас все-таки это очень важно в Латвии, для нашего общества. А, скажем, мы по факту многонациональная страна, по факту и по конституции многонациональная страна. Очень большое вкрапление в общество, скажем, русскоязычных людей, которые так или иначе во многом, да, то есть, да, в общем, даже я так думаю, что не только русскоязычные, и латыши очень многие так или иначе смотрят, обращают внимание, там, скажем, на медиарынок соседней страны. Так, почему? Потому что, в принципе, медиарынок соседней страны довольно, ну, скажем, конкурентоспособен. Его интересно смотреть. Я просто сам знаю, что, скажем... Вы имеете в виду российские развлекательные передачи? Да, да. Латыши прекрасно смотрят те передачи, может быть, за исключением новостей, не потому что они, там, скажем, не патриоты. Просто это интереснее. Ну, потому что больше рынок, потому что больше конкуренции. Это объективно вполне. Вот. И поэтому получается такая ситуация, что так или иначе, но на нас влияет этот рынок, на нас влияет большая страна. То есть это как бы вот мы соседи, и в то же время мы не можем построить полностью независимый медиарынок. Мы просто не можем построить. Вот и получается, что
совсем закрыться у нас нет возможности. Этого не может быть, в принципе, не может быть. Мы пытаемся как-то делать это не очень умело, да, потому, скажем, запрещая определенные медиа, запрещая Россия, РТР, допустим, канал, да, но получается, как всегда, получается довольно кривовато. Вот. И действительно, вот я подвожу потихонечку к тому, что вот, посмотрите, наше общество состоит из разных частей, да, и русская часть населения не будет воспринимать негативно при всем своем, при желании кого бы то ни было, да, негативно во многом новости из России. Если мы в наших новостях передаем, что Россия плохо, человек переключает канал и видит, что Россия не так-то уж и плохо, получается диссонанс в голове, да, получается, что кто-то, одно из медиапространств разрывает наше общество изнутри. Значит, получается, что нам надо делать? У нас получается, мы должны либо как-то выравнивать, чтобы в перспективе наше общество было монолитным, выравнивать месседж этих, скажем, контентов российского и латвийского. Возможно это сегодня? Нет. Если мы будем усугублять, если мы будем, наоборот, разрывать, да, то это также разрывает и наше общество. И поэтому, вольно или нет, мы должны понимать, все, то, что, скажем, негативное, скажем, негативный месседж, который передается в латвийских медиа про Россию, во многом отталкивает часть населения от общего месседжа в Латвии здесь. И нам вот это очень серьезно. Поэтому, когда вот, скажем, в мире или там кому-то в Европе или в Америке выгоден тренд антироссия, нам в Латвии он не выгоден, потому что в Латвии очень много русскоязычных людей, которые ты не заставишь никогда, перенастроишь их никогда на то, что Россия – это плохо. Вот что бы мы ни делали, они начинают либо смеяться, либо переключать, либо еще что-то. Поэтому я считаю, что нам нужно обязательно искать какой-то общий знаменатель в этом вопросе. То есть нам как-то надо, ну, по крайней мере, не возглавлять русофобские, не знаю, все русофобские идеи в мире. То есть вот не быть в первых рядах хотя бы. Да, я понимаю, что мы сегодня члены НАТО, что мы в Евросоюзе, но это совсем не обязательно быть в первых рядах тех, кто кричит, что Россия – это очень-очень плохо, плохо и плохо. Нам это невыгодно ни в каком смысле. Ни для во-первых, это ну, невыгодно в плане торговли между нашими странами, в плане, там, не знаю, перевалки грузов в порту и везде-везде, да. И во-вторых, это невыгодно, потому что это раскалывает изнутри наше общество. И это, если мы предположим, прикинем, а какая наша страна будет лет через 10? Ведь нам это надо понимать. Как общественная организация, как политикам, надо понимать, какая она может быть. А какая? Узконациональные, скажем, депутаты, наверное, будут ее пытаться продвигать в том же самом русле, как это делается сейчас, к моноэтнической стране. Скажем, другая часть, наверное, общества, этому будут сопротивляться. Другие депутаты будут говорить, наверное, нечто другое. То есть, в результате, к чему мы придем, можем прийти лет через 10. То есть, вот к чему? Наверное, продолжится тренд сегодняшнего дня. Уезжают молодые семьи. То есть, население падает. Никто из молодежи не имеет желания рожать здесь детей. А если так, то получается, что ну, они не связывают свои перспективы с этой страной. Это очень плохо. Это только почему? Это потому, что ну, не видят перспективу. Они, не, скажем, молодежь в основной своей массе не вникает в суть того, насколько плохо и почему плохо. Им просто не нравится и все. Любой человек ищет, не особо себе, скажем, ну, не особо себе долго объясняя, он просто находит там, где ему выгоднее, там, скажем, теплее, сытнее. Ну вот так устроен мир. И если есть возможность, там, скажем, молодому человеку в 25 лет попробовать себя, скажем, в какой-нибудь заграничной стране, он с удовольствием это сделает, потому что то, что он имеет здесь, он видит прекрасно. Он видит своих родителей, он видит своих предков. И поэтому если мы подумаем о перспективе нашей страны лет на 10 вперед, да, то уже сегодня нужно понимать, как мы ее будем развивать. Но сегодня есть очевидные противоречия в развитии нашей страны. Ну вот, какой пример, например, привести? Вот, например, у нас продвигался проект в городе Риге, да, сканса трамвая. Ну, там львиная доля финансирования из Евросоюза. Ну, почему бы, действительно, проект интересный, чтобы просто, ну, не знаю, развивать инфраструктуру города на перспективу.
Этот проект провалился, потому как ну, эти деньги передали, 70 миллионов передали на, скажем, на развитие транспорта, на электрички, на новые. Да? Ну, государство это сделало что называется, своими, ну, своей властью. То есть получается, что вот теперь кто-то из, получается, что оппозиция победила, не дали развивать это дело. То есть, например, я тоже сейчас вижу, читаю какие-то новости о том, что вот один из депутатов тоже озаботился тем, что а давайте запретим, скажем, антивирус Касперского. То есть идея вот этой правящей коалиции в том, чтобы не развивать, а запрещать. Запрещать, ломать, не допускать. То есть, ну вот это развитие. А если, допустим, ты против, то ты сразу не патриот, то ты сразу рука Кремля. Ну, то есть, судя по тем лозунгам, которые были на плакатах господина министра. Да, вот интересно, наш радиослушатель Удость нам на WhatsApp написал, что Латвия национальная страна, а не какая-то федерация разных наций. Ну, это, господин Улдис, это вот, опять же, это может быть позволительно только потому, что у нас каша в нашей соответственной конституции. У нас там каша. Потому что у нас в теле конституции совершенно точно написано, что в Латвии власть принадлежит латвийскому народу. Народу Латвии, да. Ну, латвийскому народу, да. Да, народу Латвии. А скажем, в преамбуле написали не так давно буквально, протащили, скажем, в старый документ новую преамбулу. И там написали, что власть в веках принадлежит, ну, смысл существования в Латвии, то есть сохранение латышской нации в веках. И вот и получается, что вот теперь получается, есть старое тело Конституции, есть новая преамбула. И теперь можно трактовать кому как удобно. Зачем это сделали? По глупости? Вряд ли. Может быть, так удобнее просто, в зависимости от тренда? Да, Игорь Кузьмук у нас в студии, депутат Рижской думы. Мы успеем и принять, наверное, один звонок. Потом обязательно после короткой паузы на рекламу поговорим на другие актуальные темы. Добрый день. Слушаю вас, пожалуйста. Добрый вечер. Игорь, у меня, думаю, когда кто-то говорит об интеграции, то есть кто говорит важно. Один говорит, интеграция имеет в виду подавление всех остальных наций, а другой говорит, что вы меня извините, на языке техническом интеграция, по моим понятиям, это диффузия, взаимопроникновение. Взаимопроникновение, да. Спасибо. Это диффузия. Да. Так, если можно, минуточку, да, еще секундочку, Игорь. Вы депутат Рижской думы. Скажите, пожалуйста, у вас отнимают 39 миллионов 70. Евро. 70. Вы платите в этот фонд выравнивания, там сколько там, по-моему, 89, да. Извините, да. Если ошибся. Да. Вот. И вот когда у вас отнимают 39 миллионов евро, я что-то не слышу, когда вы обратитесь к своим избирателям, к народу. Это у них отнимают, не у вас персонально 60 человек, у них. И почему же в любой другой стране Европы, я имею в виду Европы, давно бы народ на улицу вышел и объяснил бы своим господам, которые там, которых 100 вместо вас 60, что так делать нельзя. Вы же молча проглатываете и смотрите, у кого вы отберете деньги. Так нельзя, вас не для этого избирали. Кстати, я не рижанин. Угу. Спасибо большое, да. Вот это уже наш радиослушатель предварил следующую тему, которую мы после перерыва хотим обсудить. Но все-таки, действительно, мы знаем, что 39 миллионов отнимается вот из-за того, что якобы очень большой кредитный портфель у Риги Сатексмена, но в общей сложности бюджет уменьшится на 70 миллионов, да? Потому что европейские деньги тоже европейские. Правильно, потому что европейские деньги даются стране, и страна вправе распоряжаться, как направить. То есть были планы, что они будут у нас, теперь планы изменились, потому что изменилась правящая коалиция, и у них появились свои планы. Мы живем по закону, и мы вынуждены законы исполнять те, которые нам спускают сверху вниз. А скажем, призвать на улицу, ну, чтобы что? Не знаю, сегодня все-таки я считаю, что еще не все потеряно, еще можно бороться. И, по крайней мере, мы показываем своими силами, что в Риге, ну, по крайней мере, последнее время, ну, да, не без ошибок, но, в принципе, очень многое сделано. То есть, да, наверное, были какие-то ошибки, но если так посмотреть, если так открутить лет на 10 назад, но очень много вещей, которых не было в Риге, мы к этому уже привыкли.
Ну, то есть, ну, я не хочу сейчас перечислять, но хотя, в принципе, можно этим заняться. Но я считаю, что все-таки мы избраны работать по закону, и мы будем работать по закону. Сегодня, да, когда придет революционная ситуация, ну, тогда придет революционная ситуация. То есть, поэтому пока я думаю, что есть инструменты. Да, вот... О Риге, о ситуации в Рижской Думе мы тоже чуть-чуть поговорим. Все-таки, раз используют ту возможность, что депутат Рижской Думы от согласия у нас в студии. Я вижу, что и звонков много. Прервемся буквально на пару минут на рекламу. Не переключайтесь. Микс Ньюс. Игорь Кузьмук, депутат Рижской Думы, у нас в студии от фракции «Согласие». Давайте с Риги начнем. Разная информация сейчас приходит, официальная, неофициальная. Слухи, то, что в прессу просачивается информация о том, что опять какие-то проблемы вот со стабильностью в коалиции, чуть ли не ваша партия или депутаты вашей фракции от согласия могут выйти из правящей коалиции. Что на самом деле? Где правда, где ложь и что происходит, ну, в Рижской Думе? Так обычно бывает. Во-первых, мы готовим бюджет. Бюджет сложный. Ну, бюджет города имеется, да, на следующий города, год. В том числе вот будет меньше из-за тех, о чем мы говорили, да, вот 35 сложный, миллионов и еще, да, там, да. Сложный бюджет, и многие вещи нельзя не исполнять. Есть программа, да, то есть, ну, вот это все как бы вместе сопряжено, да, поэтому еще мы месяца два будем точно его обсуждать, это не будет прямо сегодня, да. Я думаю, что все, конечно, будет более-менее нормально, и все будет более-менее спокойно. То есть, социальные гарантии будут сохранены, да? Думаю, да, то есть, иначе быть не может. Вот, но, понимаете как, весь объективно, вот посмотрите, почему все это происходит у нас, может быть, в Рижской Думе. Ведь мы работали 10 лет, и так сложилось, что с 2009 года у нас были два ярко выраженных лидера в каждой партии, да, то есть имеется в виду Ушаков и Америкс. Ушаков и Америкс, да, которые, ну, в общем, которые были лидеры, которые этот блок создавали, в общем-то, да, то есть их команда выстраивалась именно вот под такую иерархию, да, то есть у каждого были свои задачи, это было понятно. И, естественно, когда вдруг главных людей нету, то есть нам надо срочно перегруппироваться, на это уходит время. То есть, наверное, таких ярких лидеров больше нету, ну, столь ярких. И поэтому и ситуация сложилась вот такая, что нам надо собрать волю в кулак и как-то перегруппироваться, чтобы, в принципе, продолжать работать и выполнять те наказы избирателей, которые есть. Поэтому, которые в программе и которые мы не можем не выполнить. И поэтому действительно ситуация непростая, но я думаю, что мы осилим, по-любому осилим. У нас никаких других вариантов нету, в общем-то. Ну, я скажу так, не дождетесь точно кто-то. Кто ждет этого? То есть, в принципе... Это точно. Конечно. Коалиция продолжит работать. Ну, конечно, но у нас нет выбора. Мы перед людьми ответственны. Нас люди наняли. Ну, так... Ну, придет время... как депутатов имеется в виду, конечно, избиратели. Нас, да, люди наняли. То есть, и придет время, не наймут, если, и правильно сделают, если захотят. Найдут лучше, слава богу. Но мы должны исполнить то, что мы написали в программе, мы все будем реализовывать. То есть, вот я непосредственно больше занимаюсь вопросами спорта, больше занимаюсь вопросами интеграции. То есть, я честно скажу... Да, что касается спорта, будет поддержка? Мы знаем, что сейчас, допустим, при многих школах есть вот эти секции по футболу, по волейболу, по фехтованию. Фактически они бесплатные при школах, я имею в виду, да? Есть минимальные платы. Есть минимальные платы, да. Но все-таки мы знаем, что есть софинансирование Рижской Думы. Конечно, я так понимаю, что вы будете бороться, чтобы это софинансирование... Нет, само собой. Во-первых, у нас есть юридически 11 спортивных школ. То есть, муниципальных. Муниципальных, которые у нас на балансе, которые могут работать и при школах, как отдельное отделение, и есть еще целая система, там, скажем, кружков Interesu Izglitibus, да, то есть, и это все наше большое хозяйство, и там как есть, так и будет. Это, об этом вообще речь не идет. То есть, ну вот, что касается курсов латышского языка, тоже, конечно, само собой разумеется, до тех пор бесплатных курсов для всех желающих, до тех пор, пока они нужны, они будут. То есть это, само собой, как в рамках Рижской Думы, так и мы, как общественная организация, мы тоже работаем в этом деле. Да, вот мы говорим, наверное, вот о той внутренней интеграции, которая есть. Вы упомянули и главу МИДа Латвии. Вот в этой связи вот мы знаем, что Эстония, несмотря на то, что у нее политика или риторика в отношении России мало чем от латвийской отличается, если быть честными, да, но... Тем не менее, президент Эстонии считает нужным диалог с президентом соседней страны осуществлять. Да, и вот, а мы, я так понимаю, заняли жесткую позицию, в окопах сидим и ни шагу назад. Да?
Опять мы с вами опять о геополитике, а куда деваться, потому что все равно мы должны, как маленькая страна, понимать, какая она будет сегодня, завтра, через 10 лет. И действительно, маленькие страны, да какие маленькие, в принципе, и вся Европа, все страны, и большие страны Европы, они должны понимать, как будут взаимодействовать, в кавычках, да, между собой, там, супер-сверхдержава, да, там, скажем, Америка, Россия, Китай, в ближайшие 10 лет. В зависимости от этого, ну вот кто-то начнет кому-то прислоняться, да, то есть, там, скажем, под чьи-то зонтик уходить. Ну, как это обычно бывает, когда маленькие страны как-то прячутся за большими. Ну, мы-то уже какой-то зонтик выбрали. Вот в том-то все дело, что мы в очередной раз, вот об этом я и хочу говорить, что мы пытаемся прислониться к Америке, я подчеркиваю именно к Америке, не к Европе, потому что, ну, в принципе, это и понять можно, потому что там, 30 лет назад мы хорошо прислонились к Советскому Союзу. И у нас выросло поколение, которое говорит, что к Советскому Союзу или к России теперь никогда, никогда, никогда. Но тренд опять же меняется, и в мире все меняется. Сейчас ситуация такая, что Россия, скажем, укрепляется, а Америка слабеет. Совершенно очевидно, слабеет. Но, по крайней мере, мы никогда такого не было, чтобы какая-то маленькая, относительно маленькая страна могла спокойно, мягко выражаясь, посылать Америку. Ну, так и есть. Имеется в виду Турция. Как делает Турция, да, то есть как делает Северная Корея, ну так, мягко выражаясь, да. То есть, и потом, когда такое было, когда Америка выводит свои войска из какой-то страны, и на место ее тут же заходит армия, ну скажем, против кого они в основном так, в кавычках, воевали, я имею в виду Сирия. Да, когда просто они выводят свои войска, и их занимают вот, войска Асада. То есть это говорит о том, что на самом деле, да, Америка занимается, теперь начинает заниматься только собой. По нескольким причинам. Во-первых, изменился президент. Ну, наверное, и нет такой возможности пока. Становится крепче. А может быть, Америка правильно делает? Она пытается вот решить свои внутренние проблемы? Понимаете, ситуация такая, что лет через 20-30, мне кажется, опять ситуация поменяется. Всегда так. Так и будет все время. Это будет перманентное движение. Кто-то из сверхдержав сильнее, кто-то слабее, кто-то сильнее, кто-то слабее. И так будет все время. И те люди, и те страны, которые прислоняются то к одним, то к другим, получается, всегда не попадают. Получается, вот не получается унисона никогда, да, то есть получается, что они только прислонились, да, а уже надо в другую сторону прислоняться. И вот и получается ситуация. То ли мы будем все время вот так вот нас будут, извиняюсь, колбасить, либо мы все-таки просто начнем занимать какую-то свою позицию, да, вот свою независимую позицию, относительно независимую, понятно, что, но в любом случае, там, как Швейцария, как Австрия, как Швеция, ну, тогда мы не будем попадать, что называется, в просак. Да, то есть вот так получается. И поэтому в этом смысле, и вот я и заговорил, почему, скажем, на 10 лет вперед, вот, а ведь через 10-15 лет, возможно, опять Америка станет усиливаться. Вот, а за это время, может быть, выгоднее и с Россией поторговать будет. Эстонцы это, хоть они говорят медлительные, но они это прочувствовали. То есть они вроде бы приглашают Путина. Поедет, не поедет, никто не знает. Но сам факт. Французы говорят, нужно отменять санкции, потому что они все равно ничего не дают, кроме вреда себе. Наша позиция нет. Мы будем последними, да, кто из этой окопы вылезет. Даже уже Америка вылезет, а мы еще будем там сидеть. Нам это выгодно как стране? Ну, не знаю. Нам точно не выгодно как стране. Может быть, это выгодно кому-то из элиты нашей? Вполне возможно. Тогда получается, что у нас политэлита служит совсем не Латвии? Значит, так получается. Не хочется в это верить, но когда я вижу, что премьер-министр с двумя гражданствами и президент с двумя гражданствами, я начинаю в это верить. Я просто понимаю, что возможно и так, потому что у людей все-таки какие-то свои, возможно, запасные аэродромы приготовлены в других странах. И поэтому они со своим, не знаю, господином до конца... Примем еще звонки наших радиослушателей. Добрый вечер. Слушаю вас, пожалуйста. Добрый вечер. А я хочу опять к вас к доме вернуть. Вот уж ехали Америкс и Ушаков в Европу. И дома рассыпалась, как японская головоломка, из которой один штырек вытащили. И мне нравился Ушаков. Но у меня сейчас такое впечатление создается, что он уже чувствовал, что дома начнет рассыпаться, поэтому он убежал в Европу. Не знаю, может, я не права, но вот вопрос такой, спасибо. Спасибо большое. Ну вот это, кстати, не единичный такой вопрос. Действительно ли дума рассыпается? Что происходит? Вам там внутри виднее? Дума рассыпается тогда, когда, скажем, происходит переворот. Никакого переворота не происходит, никаких переворотов не происходит.
идет, скажем, ну, притирка в новых обстоятельствах, я бы так сказал. Ну что, ну да, ситуация непростая, но простите, но это бывает. Ну, я думаю, что все будет нормально, будьте спокойны. Ну, вот. Ну, я так понимаю, что взаимоотношения с руководством, думаю, все-таки какой-то диалог у вас происходит вообще? Нет, ну, конечно, если вы хотите, чтобы я сказал по персоналиям, но... Нет, ну, вообще, можно по персоналиям. Я могу по персоналиям, то есть вообще секретов никаких не имею. Я лично считаю, что Олег Буров профессионалище, несомненно, профессионалище в своем деле. Действительно, он очень хорошо знает свое направление работы, он долго руководил... недвижимостью города, да, то есть строительством в городе. И я считаю, что он в этом деле, он действительно досконально знает до нюансов практически каждый, там, не знаю, из 100 с чем-то школ, из садиков. То есть просто буквально до уголка. Это правда, это я сам видел. Но в плане, может быть, общей коммуникации, ну, наверное, все-таки, мне кажется, я бы все-таки оставил желать лучшего. Возможно, что-то поменяется впереди, да, но мне все-таки кажется, что коммуницировать всеми вместе, как общий коллектив, как одно единое целое, надо чаще. А что вы вообще ждете? Вот интересно, поскольку вы не занимаете руководящих должностей ни в Думе, ни в партии Согласия. Вот интересно, вы как рядовой, если так можно сказать, депутат Рижской Думы от партии Согласия, что вы ждете от Конгресса? 26 октября уже состоится такой, ну, долгожданный Конгресс Согласия. Что вы ждете? Ну, что я жду? Во-первых, конечно, я считаю, что этот Конгресс вовремя. Действительно, определенная перезагрузка нужна. Лично мое мнение, да, то есть я могу сказать как рядовой член партии. Мне, например, кажется, что действительно за последние 5-7 лет было много экспериментов. Лично я считаю, что действительно было многовато экспериментов, когда были перестроены, ну, структура в определенном смысле, да, были включены молодежь. Где-то это было хорошо. Где-то это, как оказалось, не очень. Когда, скажем, я лично считаю, что вот этот эксперимент «Молодежь», он не очень удался, мягко выражая. Потому что вот те люди, которые буквально, там, скажем, год в партии, и они попадали в списки, они проходили, и сейчас они вот не с нами, да, то есть это не очень правильно. Вот. Это, все-таки в этом смысле, я думаю, что, ну, тут есть момент. Но, с другой стороны, много было сделано и хорошего. Вот поэтому... Три кандидата будет, по крайней мере, сегодня официально озвучено. Три кандидата вот на пост председателя правления. Янис Урбанович, Вячеслав Домбровский и Андрей Морозов называется. Вы бы на кого сделали ставку? Или вы пока не будете раскрывать? Вот вы сейчас хотите, чтобы я тут при всех раскрыл тайну голосования. Я насколько я знаю, готовится закрытое голосование. Вот. Что даст возможность делегатам? Естественно. То есть это правильно, демократично, это правильно. Я только могу одно сказать. Лично я... За стабилизацию в партии. Ну вот, а дальше, вот, да, за стабилизацию. За кого? Ну, это каждый может сам решить. То есть это совершенно точно. Я считаю, что нужна стабилизация. Вот наш предыдущий гость, который здесь вот был у нас в студии, до вас, всем известный Альфред Петрович Рубикс, когда его спросили на днях журналисты вообще, что он думает о судьбе памятника освободителя, мы знаем, что дискуссии в парламенте продолжаются, кто-то предлагает памятник переименовать, кто-то предлагает какую-то там экспозицию сделать, разъяснить правильную историю, ну, как понимают теперь вот, официальные историки. Вот он сказал, что пока я жив, сказал он, ну, памятник не снесут точно. Вот как вы думаете, какой ваш прогноз? Знаете, вы ведь тоже каждый год приходите в памятник или нет? И 13-го сейчас был, обязательно был, конечно. Вообще, понимаете, мы живем сейчас в эпоху популизма, да, то есть, точнее, в эпоху Шариковых. Да, когда нужно просто все взять и переделить. Надо, не надо, перспективно, не перспективно. А вот есть политическая целесообразность, и все. Те люди, которые сегодня в Сайме, да, мы их видели, многих мы из них, мы их видели в Рижской Думе. Они сначала были в Рижской Думе. Я не буду говорить пофамильно, да, там партии называть. Но поверьте, это люди, которые, ну, в основной своей массе вообще не представляли, как работает государство. Но политическую целесообразность и как сделать так, чтобы, там, скажем, наступить на горло, да, вернее, там, покричать, поорать, без особых аргументов, но при этом очень эмоционально. Это они могут. И то, что вот вы сказали про переименование памятника, да, то есть вот это примерно из той же категории.
да, когда вот, когда там Швондер пришел и сказал, да, вот будет так и так и так, ну, к примеру, да, условно Швондер. То есть, насколько я знаю, раньше они грозились о том, что его там чуть не снесут, сейчас понятно, что МИД сказал, что это невозможно, потому что просто невозможно. Это так. Ну, тогда давайте хоть как-то по-другому навредим, да, то есть получается. Вот тогда вот как-то еще, вот мы как-нибудь еще придумаем, чтобы навредить еще больше. И вот в этом экстазе будем вот друг друга, ну, не знаю, вот. Поэтому это выглядит на самом деле смешно, некрасиво, тем более, что, ну с памятью разбирается кто? Тот, ну, наверное, тот, кто хочет как-то по-другому свою память выстроить, да, то есть, ну, вот одно на другое заменить получится? Нет. Ну, политическая целесообразность говорит, что да. И свои 7% электората, они готовы за него сражаться в кровь. Вот они сражаются все вместе за эти 7% электората. Да, по барабану, извиняюсь, что будет со всеми остальными людьми. Да, вот наши радиослушатели активно, скажем, коммуницируют с нами и через WhatsApp. Один из вопросов такой, добрый вечер, вопрос, видимо, от вашего избирателя в том числе. Вопрос депутату, когда будет принят план городского развития 2030? Я так понимаю, что было его обсуждение. Я так понимаю, что скоро будет принято, да? Конечно. Идет обсуждение и в департаменте развития, то есть совершенно точно можно поинтересоваться. То есть это длительный процесс, он не сразу, то есть и проводится общественное обсуждение, опрос населения. То есть это просто внимательно смотрите на порталах Рига ЛВ, да, то есть это есть. Угу. Есть, то есть угу. Идет внимательное обсуждение этого, потому что, ну, очень много всяких, сейчас не будем углубляться, не будет времени там и о северной переправе и так далее. Там очень много вопросов интересных. Да. Спасибо. Может быть, такой последний вопрос вот с того, с чего мы начали, вот очередные курсы латышского языка. Все-таки, несмотря ни на что, люди понимают, что нужно знать государственный язык и нужно пытаться его изучать или там усиливать знания, у кого их недостаточно, это в основном все-таки приходят люди, ну, скажем так, 40+, да? Да, в основном это люди 40+, которые, в общем-то, не успели в советское время как-то... Мы знаем, кто-то успел, преподавали, да? По-разному. Где-то хорошо, где-то плохо, но факт то, что, например, я тоже не очень хорошо в школе, не получилось у меня выучить латышский язык в школе. Вынужден был в течение жизни учить это. Поэтому... Да, конечно, но нам очень важно людям, те, кто сомневается, да, поначалу, когда мы начинали, мы говорили о том, что, ну, вы перестаньте обижаться, обязательно приходите, мы вам поможем. То есть, и действительно, ведь посмотрите, ведь начинало все, было порядка 700-750 тысяч неграждан, сегодня 220, но по объективным причинам, там, скажем, многие уехали, многие ушли, но все равно у нас 2-3 мандата добавилось из-за этого, из-за того, что появились новые граждане. Это очень важно. То есть, худо-бедно, но все-таки, ну, процесс, конечно, постепенно идет, процесс, конечно. Наше дело показать, что, да, может быть, даже мы и не научим до конца. Но этот человек встал на эту дорогу, он пойдет уже по этой дороге. И это правильно. И многие те, кто заканчивает ваши курсы, идут все-таки на получать гражданство. Конечно, да? идут на получать гражданство, после чего получают, там, скажем, удостоверение на знание языка и получают работу чуть другую, что тоже важно. Ну, это же в любом случае, это прогресс какой-то. У нас же ведь в стране же так, у нас же 6 степеней уровня знания, да, и везде... Латышского имеете в виду, 6. Да. Ну, то есть, да. И эти 6 степеней, и чтобы получить работу, ты обязан там на определенную степень знать. Водить, да. И как ни крути, то есть это важно. И, естественно, люди хотят как-то в стране жить. И поэтому спрос на эти курсы есть все время, да? Да, я только еще раз на всякий случай повторю свой телефон. Да, может, нас радиослушатели просят это сделать, да. 29-66-52-93. То есть еще есть возможность попасть в эту группу. Еще спокойно можно... А сколько вообще продолжительность? 2-3 месяца? 3 месяца. Мы занимаемся 3 месяца. Вот. И, в принципе, опыт ваш подсказывает, что это как раз дает возможность... Это 54 часа, это, в принципе, это курс такой... Ну, видите как, люди приходят с разным уровнем знания. Да? То есть проводят тестирование, кто посильнее, кто послабее, да. Конечно. То есть и в зависимости от этого люди комплектуются так. Поэтому... Ну что ж, это как раз вот информация для тех, кто действительно хочет улучшить свои знания латышского, обновить, может быть, то, что когда-то он учил в школе. Игорь Кузьмук у нас в студии был, депутат Рижской думы от фракции «Согласия», руководитель общественной организации.